Форум в целом представляет довольно интересное событие, потому что он является достаточно тематическим в данной области, в области платежных карт. И собрал здесь представителей довольно крупных компаний, что не может не радовать, потому что данная сфера развивается, она является интересной. Сфера электронной коммерции в принципе интересна, потому что она является наиболее популярной, интерес к ней возрастает ежедневно. Поэтому данное мероприятие является а. полезным, б. интересным и в. наверное, все-таки нужным. Вопреки тому, что обычно встречается на различных конференциях и мероприятиях, здесь можно отметить, что все стенды застроены абсолютно разными способами. То есть они в первую очередь выделяют индивидуальность каждого из участников, корпоративные цвета, и нет какого-то единообразия. То есть каждый из участников смог проявить и воплотить свои замыслы в то, как он этого хотел.